среду, 28 октября, состоялось заседание Рязанской областной думы. Депутаты внесли изменения в региональный закон о патентной системе налогообложения. О внесенных корректировках журналистам рассказал заместитель председателя комитета по экономическим вопросам Сергей Пупков. Связано это, конечно, в первую очередь с инфляционными ожиданиями и с прогнозом нашего Министерства экономического развития и Министерства труда на следующий год по средней заработной плате в экономике в Рязанской области. Мы заинтересованы в том, чтобы все участники рынка труда в Рязанской области находились в равных условиях. Это и граждане Российской Федерации, и иностранные граждане, которые работают по патентной системе. Поэтому принятие данного закона носит скорее технический характер, который учитывает объективные экономические реалии и способствует тому, чтобы в следующем году, еще раз подчеркиваю, и российские граждане, и иностранные граждане в плане обложения их доходов находились в равных условиях. Принцип социальной справедливости.